внесение изменений в бюджет, утверждение генерального плана городского округа и знакомство с новым составом молодежного парламента. В Люберцах прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники и представители администрации встретились в дистанционном формате. Подробности далее в сюжете. На рассмотрение депутатов 14 вопросов. Сначала народные избранники проголосовали за повестку дня и выбрали секретаря. Первый пункт заседания – внесение изменений в бюджет городского округа Люберцы на текущий год и на плановый период 2021 и 2022. Доходы бюджета на 2020 год предлагается уменьшить на сумму 106 миллионов 320 тысяч рублей. А именно… Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на сумму 118 миллионов 240 тысяч рублей. Поправки в бюджет поддержало большинство люберецких депутатов. Также они единогласно одобрили изменения, которые касаются создания дорожного фонда городского округа. Еще одним вопросом в повестке стало утверждение генерального плана применительно к дачному поселку Красково и рабочему поселку Октябрьский. Проект внесения изменений предусматривает включение в границы населенных пунктов земельных участков с кадастровыми номерами 50220607131263 это Краскова и 50220201011308 это Октябрьский, и земельный снова фонда для размещения социальных объектов общеобразовательных школ в целях ликвидации дефицита в сфере объектов образования. В заключение народные избранники единогласно утвердили новый состав молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. В него вошли 10 человек, которые получили максимальную поддержку во время онлайн-голосования. Всего в этом году за место в молодежном парламенте боролись 23 кандидата. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.